Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео мы сегодня с вами, дорогие друзья, научимся буквально за 5 минут играть основной риф и основную тему известнейшей, крутейшей песни группы Beatles «Come Together». За основу мы возьмем версию, которую играет Маркус Миллер на своих концертах. Это немного осовремененный вариант, это больше в стиле хип-хоп, более современное звучание, это фанк, это импровизация, и... Он играет основную тему этой песни с лэпом. У него немного свой вариант, свой стиль, и мы сегодня его разберемся. Я думаю, что это будет максимально полезно, потому что, выучив эту мелодию, этот риф, можете свободно играть на джемах, договариваться с другими музыкантами, импровизировать и использовать также это на концерт. Итак, в этом видео мы разберем две основные части. Первая часть — это вступительный риф, известный у всех на слуху и считается даже одним из самых величайших басовых рифов за всю историю бас-гитары. Вступительный риф, но Маркус Миллер, опять же, его играет по-своему. Мы его разберем. А вторая часть — это основная мелодия, основная тема песни, которую исполняет вокалист мелодию, но Маркус Миллер играет эту тему на концертах с лэпом. Мы сегодня разберемся, как он это делает, и выучим. Ничего сложного тут нет. Давайте начнем с первой части. Это вступительный риф. Значит, у нас здесь тональность ми минор, мы извлекаем два раза две восьмые ноты ми открытую. И дальше делаем длинный слайд от пятого лада до 14-го. Вот таким вот образом. И сразу же извлекаем соль на 12-м ладу. Проталкиваем вперед вот эту ноту соль. Она яркая, на ней акцент делается. Обратите внимание, что правая рука у нас, где находится большой палец, я его ставлю на третью струну, тем самым глуша четвертую при игре слайда. Потому что как только мы извлекли две восьмые ноты открытую ми, ее надо заглушить, иначе у вас будет гул, будет грязь. Это неприемлемо. Также Маркус Миллер в некоторых проведениях использует такой прием с экстолями. Вот так вот это звучит. Вот такой хаммер-пул, постоянно бесконечный, заполняя пространство. Это играется 16-ми триолями или секстолями. Тоже довольно такая интересная украшалка для этого рифа. Также время от времени Маркус Миллер играет в основном рифе и далее в импровизации такое заполнение. Вот таким вот образом. Играется хроматическое движение. Потом кварта, в пятый лад, вторая струна, и делается хаммер-пул. Вот таким движением. И опять выходит в долю. Далее разберем вторую часть. Это основная тема, мелодия этой песни, которую Маркус играет с лэпом. Давайте посмотрим медленно, разберем ее по фразам. Тональность ми минор. Играем первую фразу. На самом деле, по звучанию мелодия может показаться простой. Что тут всего-то две ноты? Вроде бы ничего сложного две ноты сыграть. На самом деле, технически сыграть чисто и красиво этот риф довольно сложно. И Маркус Миллер использует глушение постоянно, глушение четвертой струны большим пальцем левой руки. И также использует глушение ребром большого пальца. Как бы контролируя две руки, у него работают, подстраховывая друг друга. То есть здесь, смотрите, мы извлекаем открытую ми и сразу закрываем эту, сразу же ее глушим, закрываем. И делаем движение большим пальцем в сторону четвертой струны. Не обязательно ее задавливать, просто довольно достаточно просто положить ее, дотронуться, чтобы гула не было. Вот,
Вот, мы как только делаем движение, извлекаем ноты на первой струне, у нас закрыт большим пальцем... закрыта четвертая струна, это важно. То есть делаем движение к четвертой струне. Таким образом, вот эти ноты, которые мы играем вверху, они уже будут сыграны чище, чем если мы бы за этим не следили. Далее у нас вторая фраза в нашей теме. Здесь меняется аккорд. Мы здесь начинаем обыгрывать си, берем тонику. Уже другой, соответственно, аккорд, мелодия меняется. Значит, давайте первая фраза. Таким вот образом. Извлекаем тонику, потом мизинец на 11 лад. Вот таким вот образом. Обратите внимание, что здесь играется два хаммера. Маркус Миллер, по крайней мере, играет тут два хаммера. А в конце играет стаккато. И завершающая часть. Вот, собственно, мы и разобрали основные моменты, основные технические нюансы, основную часть. Дальше уже разбирать особо нет смысла, потому что это уже импровизационные моменты, это уже сам Маркус Миллер играет каждый концерт по-разному, понимаете? То есть у него не выученная партия, выучены только вот эти части, которые я вам сейчас показал, мелодия, и то они, опять же, с элементами импровизации. И я, когда играл пример сейчас демонстрационный, я тоже импровизировал, там много добавлял, что я даже не планировал играть, но я стараюсь не играть точь-в-точь, редко играю, не люблю играть прям под копирку, обязательно какие-то добавляю свои моменты, нюансы. Это, мне кажется, интересней. Лично мне это прибавляет какого-то интереса, творчества и так далее. Вот так вот. Такое сегодня было видео. Надеюсь, было полезно. Посмотрели, разобрали. Будет на Boost нотное приложение. Там будет еще чуть побольше нюансов. Все вот эти основные темы. Табы, ноты. Я лично сам снимал, лично сам записывал это все в ноты. Вот. Поэтому такая дополнительная опция. Если хотите, можете зайти на Boost. Там будет нотное приложение уже с табами и с нотами. Вот. И уже посмотреть, кому удобно. Так, кто не понял здесь, что я показывал. В общем, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, не забывайте обязательно ставить лайки, это очень важно, комментировать, побольше слов, подписываться в группу. В общем, внимание, это очень важно. Спасибо всем, всем любовь, доброта, всем пока.